Добрый день, с вами Дмитрий, и у нас очередная посылка. Тут мы ее уже открыли, я уже ее открыл. Здесь у нас должна быть машинка для стрижки волос. Такой у нас чехол на завязке и сама машинка Энхен. Все запаковано, аккуратненько ее скроем. Машинка на батарейках. Так, здесь у нас пакетик. Шнур для зарядки. Щеточка для чистки. Масло. Сама машинка. Тоже в пакетике. Небольшого она размера. Рабочая. Работает уже. Подождите, дай мы разберемся. Пластик. Зубчики пластиковые и беленькие. Легкость. А что ж у нас, как вот это действует, да? О! Как она действует. Можно и сломать так. Ну, обычно стрижется сколько? 9, 6, 12. 1. 3. То есть по троечку. Она лысенького как? Она лысенького надо... Надо, конечно, попробовать ей постричь, чтобы сказать. Надо приходит-то много. Как она. Керамические белые ножички. Сейчас вблизи ее рассмотрим. Что мы видим? Тут керамические белые ножи. Съемная регулировка высоты реза. Вот такая площадка, такие ножики, включаем кнопки. Видно, как он бегает. Ну, так должно сниматься как-то. О, очень легко снимается. И тут у нас просто моторчик крутится. И ножички идут вот так. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Продаются даже сменные такие запчасти. Ну вот так она стрижет. Как она стрижет, мне не видно, зеркала нет. Ну вот, один раз постригся. Заряда хватило, еще остался. Вот так она облыванила. То есть на одного человека
хватает.